Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если обожаешь прятки. Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра Чиэнтони, и сегодня на наших каналах новая рубрика под названием «Городская маскировка», где полицейский должен найти подозреваемого. Привет всем, господа хорошие! Что ж, мы решили сделать такую рубрику, где полицейский начинает вне города, а воришка на какой-то своей машине должен спрятаться. При этом по городу будут расставлены еще 9 разных машин, и, в принципе, мы будем полицейскому давать небольшие ориентировочки, чтобы у него были шансы хоть как-то нас найти. Первая подсказка для тебя, ментяра. Кстати, ты не ментяра, ты гражданский. Алло, и улыбка у тебя что-то на весь рот до ушей прям. Так, я попрошу вас не выражаться, а то сейчас гражданин шериф вас остановит, а быстро. Понял? Шериф? Ты чё, ковбоев пересмотрелся, мужик? Ах ты, какая зараза, а. Так, будешь стрелять, я тебе подсказку не дам. Ну давай, ладно. Смотри, как сразу подобрел, улыбка стала. Да. В общем, друзья, весь город в нашем распоряжении, мы должны там найти преступника. А он, падла, хорошо прячется, я так понимаю. Да-да-да. Короче, ребята, вот она, наша машинка, вот где мы находимся. И, собственно, первая тебе ориентировка — машина темного цвета. Машина темного цвета. Да. Ребятки, вы должны мне помочь обязательно, чтобы я быстро поймал Юрыча, и потом я буду прятаться. О, блин. Слушай, у меня такой цвет, что он вроде и не темный, но вроде темный. Но все-таки он темный. Машина темного цвета, да? Да. Но тебе в любом случае придется подъезжать к любой машине, которую ты найдешь, и проверять, сижу я внутри или нет. А мне взрывать нужно будет что-нибудь? Зачем меня взрывать? Ты же полицейский, алло. Я хочу взорвать тебя, когда найду. Хэштег «полицейский, не тупи». Так, ладно, едем по центральной улице. Я не знаю, что здесь вообще, где она может быть. Опачки. Опачки. Ты не знаешь, почему мне сразу вот этот лесок понравился, как ты думаешь, а? Не знаю. Но, по-моему, нихера оно не темного цвета. Осень, сезон дождей, все дела. Так, ладно, посмотрим. Машины сейчас растут. Какая-то тачка. Какая-то непонятная машинка. Это погони белого зонда, и красного, братан, цвета. Что-то подозрительное. Ну, темноватый тоже, в принципе, так что это. Ну, темноватая, да, но не совсем. Не совсем темноватая, поэтому это явно не она. Но мы на всякий случай отстрелим ей колеса. А вдруг я в багажнике? Вот так вот. Подстреляем здесь. А вдруг я в багажнике сижу? Правда, здесь багажника нет, ну ладно. Ну, может быть, кстати, да. Полицейский, успокойся, иди ищи другую машину. Их еще много. Да, это точно. Так, ладно, погнали быстро. Опа! А сзади что там стоит, я не понял. Так я удивился, как ты ее не заметил. Алло! А это что за приколы? Это вообще тоже так беспалево. Какая-то темная машина, темно-красного цвета. Блин. Господи! Врезался еще, мама мия, в бордюр. Так, я видел. Ребятки, это тоже машина. Это, кажется, пожарная. Да-да-да. Но здесь его нет, уебся. Это твои коллеги. Так, ладно, отстреливаем колеса на всякий случай. Все. Так, ладно, быстро-быстро, у нас времени-то мало, ёпсель-мопсель. Сейчас мы должны их найти-то по-любому где-то. Ну да, осталось довольно-таки, кстати, еще приличное количество машин. Приличное количество? Ты что-то меня пугаешь, по-моему, да? Работай, мент. Да, работаю. Некоторые машины стоят так, что их просто так не заметишь. То есть так, их нужно, ну, будет именно во дворах искать, допустим. Я понял тебя. Все продумано. Интересно, куда ты свою-то затарил? Они все мои, братан. Ладно, найдем, ничего страшного. Fuck you! Нихера себе! Что творит этот мент? Ты видишь? Оу! Нихера себе! А кто там у нас стоит, а? А кто там стоит? А кто там стоит у нас? А кто там? А кто там? А кто? Нихера ты, Бэтмен? Бэтмен и Робин? Алло, темная машина, а где ты? Это Вин Дизеля машина. Да, это точно Вин Дизеля тачка, ребятки, но это не он, нихера. Ладно, окей. Да-да-да. Блин, а что, думал, все обрадовался, нашел меня? Я уже обрадовался, думал, темная тачка. А там нету следующих подсказок вообще? Машина серая. Но серую я вот только нашел, ёпси. Ну, она же не одна. Ну, я понял тебя, окей. Ладно, погнали. Правда, там такой серый, что он больше как белый, но он серый. Он больше как белый, но он серый, да? Ну-ка, да. Мы вот здесь сейчас туннельчик посмотрим. Слушай, а я что-то даже не догадался в это место засунуть машину. Мне кажется, ты бы сразу спалил, когда ехал в город. Господи! Ой, я взорвался. Это, знаешь, это типа не угадал, и вот все, сдетонировала машина. Слушай, а вон там что-то лифт поднят. Ну-ка, давай-ка туда съездим.
Лифт поднят? Ага. А как ты понял, что там лифт поднят? Ну, я вижу. Ну, то не лифт так-то, а подиум сверху. Да? А, ну, значит, я ошибся. Окей. Я понял. А ну-ка, если мы вот сюда заедем еще? Ну, нет. Нет, на крышах нету, я специально высоко не стоял. Ты реально говоришь, что ты обманываешь? Не-не, все машины стоят на земле. А, ну я понял, окей. Я специально сделал, чтобы не тратить время на то, чтобы подняться, опуститься. Господи, да что с тобой? Вот машина-то мне дали, а? Что это за тачка такая? Полицейский укроп. Укроп, точно. О, нифига себе, а что в заборе дырка? Я только сейчас обратил внимание. В каком заборе? Да вот в заборе дырка. Да ты, наверное, туда ставил тачку. Да, на заборе. Почему бы и нет, в самом деле. И чё, даже в контейнера ни одну тачку не поставил? Ну, горячо, но не совсем здесь. Горячо, но не совсем здесь. Смотри, чё ляпнула. Тут, по крайней мере, в этом районе одна машина точно есть. Да я понимаю, что есть. Вау, поезд! Но она ни хера не серая. Ну да. Она же ни хера не серая, братан. Она не серая. А вот эту машинку он благополучно пропустит, наверное, да? Опа! Нет, смотри, нашел. Алло! Кто здесь у нас, ну-ка? Ну это этот, золотой гонщик. Золотой гонщик, тебя нет? Хватился дела. Ну нет. Я так понимаю, что вроде осталась последняя машина у меня, ребят. Так это он нашел. А нет, еще одна есть. Да, еще одна машинка ты есть. Капец, ты офигел там, что ли? Ты сколько их понаставлял там, этих машин? Работай, полицейский, часики тикают. Ребят, ну это, конечно, жестко, да. Мне кажется, где-то во дворах он их застарил, короче. Ну да. Короче, ребят, это прям самые натуральные прятки выходят. Это, тем более, полицейскому в три раза сложнее, потому что машин в городе до хера, и, в принципе, подсказки, они минимальные. Да-да-да, блин, ну серая машина, я уже нашел серую машину, но она ни хера не его была. Поэтому, блин, знаешь, что, ну-ка я загляну все-таки вот эту дырку. Че это ты делаешь? В дырку хочу пропеллера заглянуть. Вдруг ты ее там оставил? Я, конечно, думал, я думал туда засунуть машину, но она как бы там не помещалась. Это что такое здесь? А? Что такое? Куда ты поехал? У нихера у меня бронированное стекло. Да ладно. Бронированное стекло, пацаны. Господи. Ты как перевернулась-то, дура. Так, ну все, мы тебя нашли, ёпси. Нифига себе. Обалдеть, бронированное стекло. Ты что, дальтоник, да, походу дела? Я же говорю, это серый, но он вроде как белый. Вроде как белый. Не, ну это был серый изначально. Так, все, все, не стреляй. Ты не можешь стрелять меня, падла. За что ты так? За что ты так со мной? Я тебя просто задавил нахер. Не, ну она реально белая, но я когда выбирал, я выбирал серый. Я, видимо, тыкнул оттенок рядом. Ребят, ну вы видели, да? Вот здесь вот стояло. Господи! Оу! Это что? Это что за вахханалия сейчас была? Это я улетел. Охренеть. Я был супермен. Я просто никому не говорил. Я понял, что супермен. Смотрите на эту довольную харю. Нашел все-таки, нашел. Спустя 8 минут, но тем не менее. Это было сложно. Ну извини, ты наставил этих машин кучу просто. Ну да. Короче, ребята, я тогда пошел за полицейской машиной, а Антоха будет расставлять свои тачки, и, в принципе, я попробую его найти. Да, ребятки, поехали ко второму этапу. Друзья, ну в общем, мы продолжаем нашу замечательную рубричку «Маскировка Лего-городская». Лего-городская маскировка. Лего-городская. Ладно, в общем, Юрка, где ты там? Где ты? Я в аэропорту, нам пришла сводочка, что какой-то перец, короче, попутал. Что делает? Попутал, говорю. Попутал? И на своей машине спрятался, а машина в угоне числится. Нам нужно найти эту машину. Так, подожди, я тебя-то найти не могу. А, вот он едет, перец наш. Ребятки, в общем, посмотрите, где я спрятал тачку, чтобы вы всегда видели. Тебе ориентировочку давай. А, тебе надо ориентировку, да? Конечно. Ориентировка такая, темного цвета. Отлично. Красно-темного цвета, ёпси. Красно-темного, окей. Да. Так, заезжаем в город и не спешим. Сразу смотрим все улички доступные. Опачки. Нихера тут обломков валяется, братан. Чё там, брат? Ты чё, впихивал её прям, что? Девяточка. Девяточка. Ну, или то, что от неё осталось, в принципе. Блин, ну, на самом деле, её выдала вот эта вот херня красная.
Да, немножко, немножко она не влезла, толстожопая. Ну да ладно. Я представляю, как это запихивали. Так, хорошо, минус одна машина есть. Это уже хорошо. Так. Где могут быть другие? Да-да-да, ищи-ищи. Город маленький. Я, если честно, заспамил 7 машин. Оп-оп-оп. Оранжевое что-то. Да ладно, ну ты глазастый, слушай. Ты что, да я специально купил? Медленно еду. Кстати, я она, себе, она походу, купил, да? Плохо, кстати, видна. Это что, это москвич, что ли? Вазик. ВАЗ какой-то. Я себе потом его заберу. Конфискую, так сказать. Почему бы и нет. А то стоит здесь и гниет под деревьями. Да, он вообще не местный тут. Не местный. Явно бандиты в нем не прячут. Да. Тем более. Так, хорошо. Две машины нашли. Вот так вот сразу в городе. Отлично. Поехали дальше посмотрим. Патрулирует он ездит тут, а? Что ты патрулируешь тут ездишь, а? Ай-яй-яй. Чуть забор не снес. Так, ну тут вроде нету ничего. Окей. Да-да. Тут нету ничего. Блин. Давай, едь, ищи. Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Да. Я им недавно был, так что, в принципе, почему бы и нет. Самое тупое, что если чуть-чуть быстрее едешь, то если ты даже что-то увидишь, то ты как бы пропустишь это все дело. Ага. Так, в дырку не додумался залезть? Додумался, смотри. Что там? Что там такое, брат? Жук, ну это явно не ты, да? Да нет. Хотя стой, ты говорил красно-темное. Да. Блин, это пожарники. Это пожарка. Пожарка. Ну похоже, похоже. Колеса. Господи, как сюда можно было вообще спуститься? Как ты это сделал? На кране, ёпси. На кране, а не кран. Ребятки, вы давайте поддержите нас лайкусиком. Блин, рубрика реально интересная. Давайте попробуем. Если вам понравится, то мы обязательно еще продолжим ее делать. Ну да. Так, блин, я не знаю, слушай. Ориентировочки одной мало будет или как? Здесь вроде больше ничего нет. А что ты мне давал вторую ориентировку, я что-то забыл. Конкретный цвет. Ну красный, я же тебе сказал. Ну да. Ну да, это ты мне сначала там мозги парил, что она темная. Район давай мне, район. Ага, район. Давай мне район. Мало пока ищешь еще. Ну мало ищешь, то вроде нормально. Так, хорошо, давай в депо проедем. Давай. Опа, забор починили. Ну, могу сказать тебе, пока холодно, брат. Я понял. Ладно, у нас противоударный джипик, почему бы и нет? Давай. Джон Сина! Эй, ты куда поехал-то, ёпси? Выехать? Так. Подожди, брат, ты куда поехал-то, ёпси? В смысле? Опа. Чё там, брат? Опа. Опа. Чё там, брат? Опа! Чё там, брат? Опа! Брат, чё там такое? Тебе кажется, что ли, брат? Русские иммигранты. Брат, ты чё? Ты чё говоришь такое? Нет здесь никого, братишка. Господи, вали! Ты меня убил? Просто на ходу. Вот так вот. Вы посмотрите, как залез-то куда, а? Ах ты, сукин сын. Рашен-коммунист. Да. Блин, ну я не думал, что там так видно ее будет, падла. Не, я ее прям вообще хорошо видно было. Специально сделал. Тебе надо было ее, наверное, вот сюда, вот внутренний ставить, тогда хер бы увидел. Да, между вот этих надо было поставить, красиво бы было. Ну да, ладно, у нас все еще впереди, мы рубрику только начали, поэтому еще будет куча интересных мест. Так, а мне интересно, куда ты еще по тачке засунул? Оставшиеся. А вон в вентиляторе есть одна. А как это, алло? Нихера она низкая. Я бы сюда не додумался залезть, серьезно. Я просто думал, что там машина не поместится. А еще где одна? Я ее сам забыл, где ее спрятал. Вот так вот. А, вот она, вот она. Во дворах. Да, но это место нормально, у меня тут поблизости тоже тачка была. Ну блин, ну неплохо, все равно, очень даже хорошо, интересная рубрика, довольно-таки сложная, ребята, но тем не менее, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и предлагайте, как можно ее еще доработать и усовершенствовать, чтобы она была интереснее. Да, ребятки, поэтому с вами был Энтони и Юрыч, и всем пока-пока. До скорой встречи, ребята.